Всем привет, народ! Мы на канале Миабабки. Сегодня поговорим о сайте, лотерейном сайте, на котором можно сорвать хороших, больших денег, купив пару билетиков. Называется у нас сайт bitplay.club. Что нам предлагает этот сайт? А предлагает этот сайт нам заработать биткоины. Проинвестировать в биткоины, если вам повезет, выпадут ваши счастливые числа, то вы заработаете и умножите свой вклад на много-много раз. Давайте перейдем в сам сайт. Регистрация здесь у нас обычно. Вы просто вводите email, потом вводите два раза пароль. После того, как вы нажимаете зарегистрироваться, переходите на свою почту и на почте подтверждаете регистрацию. После этого у вас все это будет доступно. Что у нас есть в панелечке? Есть демо-игра, правила лотереи, для кого интересно, желательно зайти и прочитать. История розыгрышей, это именно история ваших розыгрышей. Провести чистую игру, то есть сами, да, понимаете, что это такое. Реферальная программа, да, здесь есть реферальная программа, она здесь очень, кстати, неплохая. По-моему, 5%, сейчас мы это все прочитаем. Да, 5%, как я и говорил, 5% вы получаете от купленных билетов, приведенными вами людьми. То есть, если, например, я привел там на 1 биткоин людей, я 5% с этого биткоина имею. То есть, 5 центов биткоин. Вот как-то так это все происходит. Что хочу добавить от себя, ребят. Проект платит. С этим вопросом нет. На данный момент все хорошо. То есть, меня сюда позвал друг. Друг здесь не выигрывал, но у него были такие моменты, что заходили люди, инвестировали, и он выводил процент. То есть эти реферальные начисления у него выплачивались, и все хорошо. Ему еще не повезло сорвать, как говорится, больших денег. Как же вообще здесь все это происходит? А здесь все происходит обычно. Вы просто входите в свой аккаунт после регистрации, да? Сейчас мы войдем. Все подгружается немножко. Кстати, можно как зарегистрироваться, так же можно и зайти через Google+. Мой совет вам просто зарегистрироваться, потому что как бы желательно на проектах стараться использовать какое-то определенное мыло, если вдруг вас ломает, чтобы вам не было жалко его потерять. К примеру. Ну, желательно вообще использовать разные кошельки, разные имейлы, разные пароли, на всем должно быть разное. И все это желательно не хранить на компьютере, а хранить где-то у себя либо на флешке скопированное, да, то есть чисто на флешку тыкнул, ввел пароль, если забыл, и вытыкнул. Либо же, и это все делать без интернета, кстати, да. Либо же тупо хранить, например, на телефоне, как это и делаю я. Так, нажмем еще раз войти. Вот, все, вошли мы, все нормально. Так, ну, главная страничка у нас выглядит вот так вот. Для того, чтобы пополнить мой баланс, как вы видите, вот здесь панелечка есть. Будет у вас все на английском языке, переключить это все легко. И просто вы можете здесь, да, выбрав русский язык, также есть японский, я смотрю, и этот, вот, талибский или что-то типа такого. Я прошу прощения, не сильно силен в этих языках, знаю, что русский и английский есть. Ну и тут видно мой баланс, мои заказы, мои билеты. Это в том числе, то есть вы купили билет. Вот сейчас это вот так вот. Мои билеты, видите, они пустые. Когда я куплю, они появятся. Так, дальше. Сообщение, это приходит вам сообщение от тех же самых руководителей, да, там вот мне пришло сообщение с приветствием, что я зарегистрировался в этом проекте. Ну, вот он. То есть
сообщения, да, тоже получаете. И плюс настроечки. В настроечках заходим обязательно, все проверяем. Это надо всегда делать, потому что есть проекты, в которых надо обязательно зайти и именно указать там платежные реквизиты. Тут можно изменить пароль, вход из системы при неактивации, да, параметры электронной почты и двухфакторная аутентификация. То есть можно вот подключить через Android. Это очень-очень важно. Также вы можете, да, написать техподдержку сразу на сайте. Вот она открывается. И вы можете написать, если вам, у вас какие-то вопросы возникли по этому проекту. Так, ну а теперь давайте зайдем и начнем играть. Для начала, чтобы начать играть, вам нужно зайти играть сейчас. Выбирать можно как от 5 чисел до 36, либо от 8 до 45. Первый вариант, он менее затратный, да. Вы выбираете 5 чисел и выбираете количество билетов, то есть последующих розыгрышей. То есть вы можете выбрать, например, 6 розыгрышей, и вы видите, что цена поднимется, да? Да, поднимается. Вот, то есть вы 6 билетов по 5 чисел. Можно 10 чисел выбрать. То есть и также что же цена повышается. То есть это все зависит от вас. К примеру, вы выбрали первое 1 билет и 5 чисел. Что можно сделать? Можно сделать случайные, частые и редкие. К примеру, в основном всегда делают как? Делают случайные на автомате. Выбрали, да? Например, оплатить. Нажали, этот билет у вас сохранился. Все. Дальше заходим еще играть. Опять же сюда. Ну, я никого ни к чему не принуждаю. Я просто показываю, как можно, есть варианты выиграть денежку. Кстати, джекпот на этой серии от 5 до 36 чисел выходит 1 биткоин и 0,8 цента биткоина. Ну и тут сатошики. То есть, в принципе, 1 биткоин это на данный момент 6,5 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Потом вы можете, например, выбрать частые, часто выпадающие числа, да, тоже купить. Ну, к примеру. И дальше выбираем еще одну. На редкие числа, тоже в принципе редкие, но меткие, иногда выпадают. Тоже сейчас у нас подгрузит это все. И мы выберем и третий вариант. Так, выбираем редкие. Нажимаем оплатить. И 3 билета у нас куплены. Так. По идее, что-то не загрузилось. Давайте еще раз. Опять выбираем сюда. Редкие. И оплатить. Все, купились. Теперь можно заработать больше. Почему больше? Потому что здесь больше чисел. То есть от 1 до 45 уже идут числа. И вам нужно попасть в 6 цифр. Тут уже заработок, задумайтесь, 8 биткоинов целых, 8,43 цента биткоина. То есть, грубо говоря, 8,5 биткоинов за 6 чисел. Как же делаете, например, это стоит уже дороже, стоит она 0,0001 биткоин. Вот, я выбираю случайное, оплачиваю. Ну, я беру по минимальному, за каждую игру по билету. То есть вы тоже должны понимать, что выбор вы сами делаете. То есть заходить, не заходить, это вы тоже выбираете сами. Но в этой системе, как я понимаю, есть очень хороший шанс заработать. Потому что здесь вы зарабатываете на случайных числах. Сейчас мы вот так оплатить. Вот. Теперь заходим еще раз сюда, закупаем еще частые числа и редкие числа. Опять же, нажимаем оплатить.
Вот пятый билет. И шестой билет у меня выходит. Сейчас мы выберем редкие числа. Да, вы можете, кстати, например, на случайных делать сами числа. То есть не ставить автомат, а делать ну, своими билетами. То есть добавить билет и выбираете, например, там 1, там 2, 3, 5. Ну, это к примеру. То есть вы можете сделать свои числа, которые вы захотели. Это по желанию. Так, это мы удаляем. Тут мы выбираем редкие. И нажимаем оплатить. Сейчас вы посмотрите, сколько, в принципе, я поставил денег. В принципе, у меня выходит, сейчас у нас все подгружается. И выходит 0.45 биткоина. На данный момент это, сейчас мы даже, в принципе, можем зайти и посчитать это. Сейчас мы зайдем, просчитаем, сколько я потрачу именно в долларовом эквиваленте. Именно на 6 билетов. На данный момент я напоминаю, что у меня 6 шансов выиграть 8,5 и 1 биткоин. То есть 9,5 биткоинов, 6 шансов. То есть, например, я оставляю сумму, которую я скопировал. USD, это 2 доллара. То есть я заплачу 2 доллара 86 центов за шанс заработать, давайте, 9,5. Ну, округлим, да, 9,5 биткоина. Ой, тут немножко неправильно я поставил. Сейчас мы поменяем USD на биткоин. Хотя нет, все правильно стояло. Но еще раз обновим страничку. И чуть-чуть подтупил, видно, сайт сам. Вот. Считается, например, 9.5. Задумайтесь, 57 тысяч. 57 тысяч долларов. Это круто. За то, что я поставлю 3 доллара. Округление 15 центов, да. За 3 доллара я есть шанс заработать. Да, это не 100%. Понятно, что это все азарт. Вы должны понимать, что некоторые могут проиграть. Почти все могут проиграть. Один с тысячи может выиграть. Но вы можете заработать хорошие деньги. Потому ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. На мое мнение, очень качественно созданный проект. Очень классно все это, все здесь работает. В принципе, я вам скажу так. Проект на данный момент все платится, все хорошо. Как вы видите, да, даже на главной страничке написан джекпот 53 тысячи долларов. Это именно за второй пункт, который я вам говорил. Системы вы выбираете сами. Какие хотите, вы сами тоже выбираете. То есть, если вам повезет, вы, возможно, станете богаче на много-много денег. Потому ссылочка внизу в описании. Вы были на канале Мегабабки. Ставим жирные лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.